Лю Синчэнь работает начальником полиции одного из районов внутренней Монголии. Он также состоит в рядах Компартии и более 20 лет служит в отделении общественной безопасности. В его обязанности входит держать сеть шпионов или информаторов, которые контролируют буквально каждый шаг местных жителей. В своем интервью Синьхуа Лю с гордостью рассказал, что он имеет в своем распоряжении более 12 тысяч информаторов. В основном они следят за людьми, которые собираются обращаться с петициями и жалобами к вышестоящим чиновникам и предотвращают эти попытки еще до их осуществления. Хотя подача петиций в Китае является законной, от местных властей требуют свести их количество к минимуму. В результате подателей жалоб нередко арестовывают или подвергают угрозам. По мнению правозащитных организаций, в таких крупных городах, как Пекин или Шанхай, сеть информаторов намного обширнее. Их деятельность в основном направлена на то, чтобы ликвидировать любые проявления разногласий народа и правящего режима.